Итак, всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть на сервере Black Dragon, с вами снова Эдиса. В прошлом эпизоде мы равняли тут территорию, чтобы построить себе дом, и как раз я сейчас начну его строить. Конечно, не так, как я хотел, в принципе, не знаю, территория как-то хрен его знает. В принципе, пусть будет, посмотрим, короче, с этого получится. Давайте посмотрим, где у нас тут будет вход. То бишь, если... Так, секунда. Давай. Ну, у меня есть топор, но пофиг. А, то бишь... Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А там один блок меньше. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, да. Давайте сейчас еще пойдем... Немножко... Ой, немножко себе земли накопаем. Так, на карте кто? Никто там не заспавнился. Нет, вроде никого. Реально офигенная штука. Вот этот радар и эта карта. Давайте пойдем опять. А, у меня есть земли, до хрена. Чё я парюсь? Ну, до хрена не до хрена, но... Вот так, да? То бишь, тут у нас будет дверь, тут у нас будет... Ну... Вот так, тут у нас будет вход. Тут у нас будет окошечко. Вот это бы все перенести внутрь потом. Тут у нас будет окошечко. Да нет, не такое окошечко. О, у меня же топор есть, твою фуражку. Я парюсь. Вот так, отлично. То бишь у нас тут будет вот так. Потом. Потом все-таки давайте сделаем вот так. Я думаю, можно будет сделать просто два этажа. Не делать огромный дом. Как бы в ширину и в длину, а просто сделать два этажа. И вот так вот. Ой. Так, давайте пробежимся вот сюда. Я просто посмотрю, может к там какой-то покемон, в принципе, заспавнился. Шайни, там, покемон босс. Фиг его знает, никогда не знаешь, что там может быть. Карта же есть, это отлично. Нет, никого нету. Пока что никого нету. Потом можно будет на спаун сгонять просто. Ну это потом. Я хрен его знает, как приватить вот эти дома. Я никогда не играл на таких серверах, где вообще как бы приватить дома. Но я потом запривачу, когда мне толком объяснит кто-то, что и как. В принципе, я не думаю, что тут кто-то будет что-то терить, так как игроков пока что тут нету. И, в принципе, тут гриферство карается, но всякое может быть, согласитесь. Если я не запривачу, то любой может забежать в дом, там стырить один покебол, ультрабол, и я даже его не замечу. И, в смысле, я даже не замечу, что он пропал, да? Поэтому нужно будет запривачить, узнать как. Мне объясняли, но я, честно, ни хрена не понял. Сначала понял, но уже забыл. Так, вот так. Отлично. То бишь тут... Нужно еще на один блок пробить. Ага. Каменный топор. Вот так вот. Деревко нам нужно. А у меня его нету. Но тут еще вроде чуть-чуть должно быть. Или что, нету? Нету. О, жесть. Давайте, наверное, пойдем нарубим себе деревца. Где у нас тут лес? Вот, до хрена тут леса, я ищу, где у нас лес, да? То бишь, давайте сделаем, может, еще один топор. Так как дерево нам до хрена нужно. Не забудем, где у нас дом. Побежим сюда. Да. Так, побежим.
долго мы будем бежать. Непривычно без телепортов. То бишь без вайпоинтов, да? Ну, в принципе, да, тут можно поставить же вайпоинт. Вот как-то так. Давайте. Home. Хотя нет, пока я не буду ставить. Пока не буду, не буду, не буду. Я потом не буду знать, как его удалить. Пока что пускай будет так. Вы смотрите на миникарте. Смотрите на миникарте, сколько до хрена тут всяких покемонов. Чармандер, да ну ты чё, брателла. В смысле не брателла, ты брателла моего Чармиллиона, который мертвый. О! Ни хрена себе, 200 силы. Давайте вот это. Сохранение сервера, могут быть лаги. Так, чё, никого? Вот, вот тот покемон-босс, который тут был красный. Во, зараза. Испарился просто прямо из боя. Вот, вот это еще действительно очень охрененная штука, так как, еще раз повторюсь, охрененная штука вот этот радар покемонов, так как, знаете, что в воде просто дохренище бывает меджикарпов в том же океане. Я помню на спауне, вот там, на спауне, где этот океан, я упал вот сюда, в море. Я просто на мини-карте, ну, кучу видел покемонов. О, покемон-босс. Я не знаю, где он может быть на горе, и туда нужно будет забираться. Я, короче, просто вот так открыл карту. В воде просто, ну, кучи вот этих всех покемонов было. Просто нереальные кучи. И, например, когда без этого радара покемонов, то ты хрен... О, вот он там. Кто это у нас там? Пиджиотто. И ты просто, знаете, хрен узнаешь какой-то там. В смысле, куча покемонов, да? Ну, ты хрен видишь, увидишь из этих всех покемонов, что там есть какой-то покемон-босс, да? А вот там куча всяких покемонов было, я просто открыл карту, о, вот там обычный покемон, о, вот там оранжевый кружочек, то бишь покемон босс, о, там еще кто-то, там еще кто-то, вот там еще один оранжевый кружочек. Вот это охрененно, то бишь, знаете, что в воде может быть там куча меджикарпов, то бишь, знаете, что иногда бывает, что на одной точке там спавнится где-то по, хрен его знает сколько меджикарпов, где-то штук 10 просто плавает меджикарпов, 10 штук плавает... плавает еще кого-то там, например, там Голденив, да, 10 штук сикингов там у всяких плавает, 10 штук еще кто-то плавает. А вот так ты уже знаешь, кто там, просто посмотришь на карту, о, там покемон, отлично. Так, я не знаю, убьем или этого. Да че ты испаряешься с боя? Че, у него какая-то есть атака, что... Он просто может бежать. Он еще нашего Гравеллера сейчас убьет. Вот твою мать. Ух! Убил! Я оставил ему пару ХП. Вот черт, тут нельзя случайно. Окей. Нельзя, твою мать. Пиджи! Пиджи! Был бы у нас, конечно, Чармиллион. Так мы бы его расстреляли на месте вот этого Пиджи. Ну пофиг. Нужно, конечно, будет сделать себе хилку, так как без хилки напряжно. Так, в лесу тоже смотрим на мини-карту. Хрен его знает, что-то может заспавниться. Шайни, например, тоже тот же. Так. Идем поглубже в лес, чтобы не портить картину леса сразу на входе. Идем куда-то сюда, где-то вот тут уже начнем рубить дерева. Кстати, априконы, я про них забыл, нужно их собирать. Так, сейчас мы нарубим, не знаю, сколько дерева, но, конечно же, чем больше, тем лучше, согласитесь. Чтобы на потом хватило. Так. Поспать бы нужно, вот реально поспать бы нужно, а то ночью не... Ну просто неохота бегать, это же ночь. Вот то, что на сервере еще есть люди, и вряд ли все согласятся в один момент пойти поспать. Пока все соберутся идти поспать, то, наверное, уже утро наступит. Вы смотрите на карту, смотрите на карту, сейчас я дорублю это дерево. Смотрите на карту, сколько вот там покемонов. Вот тут.
Охренеть. Всяких разных, наверное. Вот нужно узнать то, как выбирать покемонов, чтобы, типа, например, хочу я там Бульбасавра, да, и мне показывает на карте, что вот это там Бульбасавр, типа зеленый кружочек. Никто пока что еще не знает, как это. Хотя, в принципе, давайте сейчас попытаемся разобраться. Help space next smart group delete select market cycle. Ага. Center map on player. Center map select next market teleport to cursor or select marker. Save. Телепорт. Ух, я что тут телепортироваться можно? Посмотрим потом. Пока что я не буду вот это. Ага. Не знаю пока что, как это все делается. Потом мы это решим. В данный момент нам деревко нужно. Первой серии, дорогие друзья, это будет просто вот такое строительство. Просто, ну, согласитесь, сначала нужно построиться, а потом уже вот это все делать. У нас же, считайте, даже сейчас хилки нету. А хилка нужна, конечно же, нужна. Так, ну мы сейчас еще попробуем, можно ли тут телепортироваться, если можно, это вообще охрененно будет. Давайте мы... Так, сколько у меня? О, нормально, я думаю, хватит. Давайте мы попробуем, можно ли тут телепортироваться на Т, да? А, у меня нет доступа к этой команде, у твою мать. Нужно попросить доступ. Если мне, конечно, его дадут, или он вообще тут есть. Это, конечно, бы охрененно было. Если бы можно было телепортироваться, намного мы бы времени сэкономили. Так. И, в принципе, и зеленый покемон. Зеленый кружочек, то бишь, на мини-карте. Вот зеленый кружочек. Это у нас Пикачу там должен быть. Сейчас, я даже докажу, что там у нас Пикачу. Вот это вот то, о чем я говорил, что как бы задавать поиски покемонов. Вот он там, Пикачу. 25 уровень. Я его хрен словлю. У меня покемоны все мертвые, так что. Не словился. Ну, зараза. Ну, в принципе, я так и понял, что он хрен словится. Нужно потом будет поша... Я, наверное, дорогие друзья, все-таки я буду тут до хрена выходить в шахты, так как ресурсы тут нужны. Например, один тот же алмаз у нас стоит 35 бронзовых коинов. То бишь, у меня есть 4 алмаза, можно сказать, это 70 бронзовых коинов. 70 бронзовых коинов, это у нас один серебряник. Один серебряный коин. То бишь, тут нужно будет, конечно же, ходить в шахты, добывать алмазы, добывать вот эти все ресурсы, чтобы потом обменивать на бронзовые коины, потом обменивать на серебряные коины, потом обменивать на золотые коины и покупать всякие плюшки для покемонов. И для себя, конечно, те же мастерболы, да? Ой, 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 куда я упал? В принципе, сейчас уже можно на этом будет закончить. Наверное, я вот доломаю вот этот топор. В следующей серии, дорогие друзья, мы уже, наверное, все-таки достроим наш домик, чтобы уже наконец-то был домик. Построим себе, как его там, построим, ну, сделаем себе хилку. Потом я у кого-то попрошу, чтобы мне полностью объяснил, как приватить дом, чтобы он уже был полностью заприватчен, чтобы все было отлично. И потом, в принципе, все, можно будет продолжать поиски, искать покемона. А, нам еще, в принципе, нужны вот эти, как его там,
Оприконы. Вот что самое главное. Нам, конечно же, нужны оприконы. Конечно же, я говорю, есть два способа. Это дыбать, как бы искать ресурсы, продавать их в магазине и потом покупать за них другие ресурсы. Ну, всякие там вещи, да. Или же просто вот собирать оприконы и просто выращивать оприконы самому и делать самому все эти вещи. Ну, посмотрим потом, посмотрим, конечно же. В принципе, дорогие друзья, давайте на этом и закончим. Пока я заберусь вот на эту гору, это сдуреть можно, сколько времени нужно будет потратить. Давайте на этом закончим. Я доберусь сам до этой горы. И, в принципе, может чуть-чуть построю там домик. И потом в следующей серии продолжим вот уже там. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.